Спонсор данного выпуска – детский интернет-магазин кроваток-машинок «Слипкар». Ссылочка в описании. Ребята, всем привет! Вы на канале «Семья на чемоданах». И по превьюхе вы уже наверняка поняли, что тема сегодняшнего выпуска будет «Как украсить дом для встречи Нового года». Мы покажем, как мы украсили, почему мы выбрали такие игрушки, какая у нас елка, как мы украсили окошки и еще много что интересного. Но для того, чтобы нам приступить к украшению дома, нам нужно нарулить елку и сами украшения. Так как у нас здесь ничего нету, мы попросили нашу елку, нам ее прислали из Москвы, и я сейчас еду в ПЭК ее забирать. Ну а вы вместе с нами, а дальше продолжаем украшать наш дом. Погнали! Ну что, ребятки, приехали в ПЭК, у них офис и склад по разные стороны, поэтому мы сейчас быстренько идем оформляем документы, оплачиваем посылку и получаем. А вы со мной, погнали! Ну а теперь, ребята, погнали украшать наш дом вместе с вами. Погнали! Ну а сейчас самое интересное, потому что здесь елочка. Вот наши гирляндочки приехали. Опа. Еще гирляндочки. Ну и наша елочка и игрушечки. Собрали, осталось ее украсить, но чтобы ее полностью украсить, нам нужно еще докупить несколько шариков. Поэтому пока докупаем, я буду украшать окно и вешать на окошко вот такие длинные гирлянды в пол, на окно в зал и на окно на кухню. Ну а вы вместе со мной... Начали крепить гирлянду и поняли, что не на что крепить, пошел я за скотчем. Итак, купил тройник, чтобы запитать гирлянду. Еще вот такой вот удлинитель. Специально для гирлянды 150 рублей, кстати, стоит. Вот. Ну и скотч на скотч мы будем крепить. Все, погнали. Thank you.
начал вешать гирлянду в зале. Она у нас в пол, там такая еще болтается, короче, на полу. А сейчас пойдемте в кухню, да? В кухню, наверное? Пока нет. Это в конце. В общем, пойдемте. Итак, ребята, если вы еще не украсили свой дом, то ловите рекомендации по поводу гирлянд. На елку мы вешаем гирлянду, вот так вот ее наматываем, так сказать, на елку цветную с несколькими режимами, а на окна лучше всего, конечно, подойдут гирлянды в пол. В комнате у нас теплого цвета, на кухне у нас холодного, но на кухне у нас они не до самого пола, а где-то до середины. Ну, собственно, сейчас я вам покажу. Это что касается гирлянд. Ну что, ребята, мы украсили, у нас наконец-то это получилось. В принципе, ничего особенного, создали такую небольшую атмосферку, вон она белимкает. И еще несколько советов, ребята. Когда вы украшаете в этом году елку, если вы еще ее не поставили, то особое внимание хочу обратить на то, что не рекомендуют в этом году вешать красные игрушки на елку. Ну, типа год быка, там туда-сюда прибежит, забодает. Вот, поэтому рекомендую другой цвет. Мы повесили серебро и золото, хотя Настенька говорила, что нужно синее, но мы, в общем, ничего не купили и не повесили. Еще по фрагментам украшений елки рекомендуют вешать такие, мол, типа фотографии своего прошлого, в центр елочки повешать настоящее и наверх елочки повешать будущее. Ну и мы это тоже не сделали. Мы, короче, в попыхах что-то с пацанами нарядили елку, приняли они участие, и елка такая у нас огромная, в кавычках, что на ней больше нету места. Поэтому мы это не сделали. Ну да ладно. Если вы не украсили, то сделайте. Можете загуглить, почитайте рекомендации. Они, в принципе, ну, пожалуй, все известные. В общем, ребята, еще перед тем, как перевалиться вам в Новый год, желательно дома почистить энергетику, там со свечкой по углам пройтись. Мы это тоже сделали. Настенька прошла, прожгла все уголки и чуть не подожгла мой стеллаж, потому что на свечку поставила. Но я вовремя заметил, обошлось. В общем, ладно, давайте смотреть, как мы украсили. Ставьте лайк выпуску, подписывайтесь на канал. С наступающим вас Новым годом, но выпуски в этом году еще будут выходить, между прочим. Поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить.